Отдельную главу в истории промышленности Щелковского края занимает текстильная отрасль. Одно из предприятий, которое продолжает традиции, при этом не останавливается на достигнутом и идет в ногу со временем, фабрика «Боевой трикотаж». Расположена она, к слову, тоже в историческом месте. Занимает здание бывшего общежития Соболева-Щелковской фабрики, которая в народе называлась «Белой Ригой». Наше щелковское предприятие работает уже четверть века и успешно в своей отрасли. Изделия, выпускаемые здесь, востребованы на рынке. Это различные виды термобелья, найти линейки можно на разных маркетплейсах. Так уже совсем скоро появятся новые изделия. Каждый сезон, вот сейчас у нас наступает весенне-летний сезон, мы готовим новую коллекцию одежды для молодежи, рассчитанной на 20-25 лет. Это различные трикотажные изделия, брючки, шорты, худи с капюшоном одежда. И приглашаем посмотреть на нашем сайте все эти образцы и приобрести. Высокое качество и надежность – это провыпускаемые изделия. Создают их люди, сотрудники фабрики. Ее самая большая ценность и гордость. Предприятие «Щелковское» работают здесь преимущественно щелковцы. Многие уже не один десяток лет. Но и новым сотрудникам здесь всегда рады. Лариса Дмитриевна пришла на производство всего 3 месяца назад, но уже чувствует себя уверенно в работе. Все хорошо. Коллектив замечательный, мне очень понравился, все спокойно, все объясняют, что, где, как, куда, какие положения, все. Руководство заботится о комфорте и безопасности коллектива, для чего созданы должные условия. Установлено современное оборудование для швей. Работа здесь кипит с 8 утра до 5 вечера, конечно, с перерывами. За день швей со стажем отшивают несколько десятков комплектов. Но самое главное – качество, как говорит начальник швейного отдела Анна Калмичук. А количество будет расти с опытом. Новенький. Он сначала дает мне качество. Мне нужно, чтобы человек мне дал качественный продукт. А потом со временем он набирает скорость и начинает работать, как все, по 40-50 комплектов в день. Руководству фабрики удалось создать такую атмосферу и условия на производстве, что люди изо дня в день идут на работу с удовольствием. Тем более, что за добросовестный труд полагается достойная зарплата. Это семья. Сам я выходец из Советского Союза. И тогда все было в те времена по-другому. И вот то, как было, мы здесь и воссоздаем. Когда отношения внутри предприятия, ну, такие семейные, когда со своими проблемами швеи подходят, мы их решаем, эти проблемы. Фабрика расширяет производство. Это предполагает и увеличение количества рабочих мест. Опытные, понимающие в своем деле сотрудники здесь всегда нужны. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.